Зашел с утра покупать вот, вот мясные фаршики, вот такие вот 50 лир вот это фарши, вот это куйма, а вот это мясо 52 лир, 400 грамм. В общем, курятина, вот курятина 38 лир, вот такая 34 лир килограмм, вот такая килограмм. Теперь давайте-ка это мороженое не будем. Я вот грибочки взял. Вот индюшатина. Вот она, большая индюшатина. Вот она, 69 лир килограмм. Вот она, огромная вот эта. Есть по 31 лир килограмм. Кукур вот такие. Вот. Так что вот такое вот мясное у нас это самое. Здесь есть еще вот. Забыл показать вот. Такие вот это полуфабрикаты, они вот по 39 лир, вот такие вот по 39 лир. Вот эти сердечки вот такие вот, 22 лир, вот они. Вот они, в общем, вот такой вот это. Я грибочки взял, у меня мясо есть, вот. Так что, есть вот такие супы, вот такие вот они. Вот такие супы. По 10 вот такие вот они как это порошковые такие. Разные, куриные, все такое вот это. Грибные есть, тархана, супы есть. Вот. Я вот грибочек себе взял, вот картошкой буду жарить. Еще здесь есть вот такие вот эти полуфабрикаты. Вот они. Они по 30, по 42 лиры. Вот. Креветочки вот такие есть по 36 лир. Вот они. 36 лир, вот они. Вот. Так что жить можно. Ага. Ну, мука. Мука, вот она. 22 лир, вот 2 килограмма. Вот такой вот эта мука. Вот. А сахар 5 килограмм, 112 лир. Вот она. 5 кило, 5 кило. 5 кило. Что мука 22 лиры, 2 11 лир килограмм. Вот такие вот дела.